Всем добрый вечер. Буду готовить ужин. Ужин у меня будет простой. Просто пожарю себе рыбку в яйце. Здесь у меня 208 грамм минтая. А было в упаковке написано 0,5 кило. Разморозилось там 150 с чем-то грамм, и здесь 208. Нет, 0,5 кило. Рыбку режу. Что-то я неправильно порезала. Короче, так. Забыла зажечь плиту. Наверное, тошно пополам. Тут у меня остаток яйца. Старый 39 грамм. Ничего им не будет, оно стояло в холодильнике. Беру масло. Наливаем. Десять грамм. Ждем, когда разогреется сковородка. Так, сковорода почти нагрелась. Присолю чуть-чуть каждый кусочек. И поехали. Окунаем. Ничего сложного. Окунули. Как отбивные. Так же. Я утром делала приправы для рыбы, но сейчас не буду делать, потому что утром у меня получилось слишком много соли. Добавляем огонь и жарим. Все, можно переворачивать. Очень водянистая, больше филе брать не буду. Разбил еще одно яйцо, мне не хватило на все. Короче, в стаканчике у меня оставалось 28 грамм яйца. Половина еще на сковородке останется. Это яйцо. Но все равно. Все, ждем, когда дожарится. Все, моя рыба пожарилась. Мне пришлось добавлять еще 5 грамм масла. В итоге, получается, яйца у меня вышло 43 грамма. 15 масла подсолнечного. 208 минтая было. Сейчас отложу себе 120 грамм на ужин. Горячо. Горячо. Ой, из кадра убежала. Все, 120 грамм. А это оставлю на утро на бутерброды. Вот такой простой ужин. Ничего не буду добавлять. 238 калорий съем. И чуть попозже, через 2 часа, буду ложиться спать. Всем спасибо, что смотрели. И всем пока!